Привет, меня зовут Егор Черкасов, я графический дизайнер, основатель дизайн-бюро «Радость», арт-директор в британском стартапе и преподаватель в EDI. Мы очень часто дистанцируем себя от дизайн-индустрии. Мы смотрим на работы других дизайнеров, работы мастеров прошлого, и после этого просто мечтательно закрываем книгу и идем делать проект для своих клиентов. Что мешает нам пробовать делать то, что нам нравится? Посмотрите на эту иллюстрацию. Она эта. Что вы можете о них сказать? Что их объединяет? Или, может быть, они совершенно разные? Что ближе именно вам? Дизайнер должен экспериментировать. Он должен пробовать разное для того, чтобы понять, что ему ближе, что у него лучше выходит. Для того, чтобы выстроить самую правильную коммуникацию с людьми, для которых он работает. Приходите на мой курс «Большие эксперименты в дизайне». Тема курса «Порядок и хаос». И мы с вами сможем попробовать очень разные подходы к композиции, типографики, иллюстрации, коллажу и многим другим аспектам графического дизайна. И вы сможете выбрать то, что близко именно вам. Также 26 марта в 16:30 пройдет открытый вебинар. Это будет первая лекция курса. И на вебинаре мы с вами обсудим, что такое порядок и что такое хаос, и что лежит между ними в графическом дизайне. Для того, чтобы не пропустить это мероприятие, подпишитесь на нашу рассылку, ссылка в описании, и прочитайте подробнее о курсе тоже в описании к этому видео. Спасибо, жду вас на